А теперь смотри сюда, сынок. У меня есть проблемы, полагаю, ты мог бы мне помочь. Я не строитель. Нет, я больше подумывал о твоих разрушающих способностях. Теперь смотри, это план застройки, а вот это собственность, которую мы хотим заполучить. Хочешь сказать, что это новое офисное здание стоит у нас на пути? Схватываешь на лету. В общем, я уеду на некоторое время из города. А если это офисное здание внезапно столкнется с неразрешимыми строительными проблемами, то я... Как ответственный гражданин, ты обязан будешь вмешаться и спасти реконструкцию важной части города. Где мне еще найти таких ребят, как ты?